Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами Александр, и сегодня мы наконец имеем возможность показать и рассказать вам про студийные мониторы четвертого поколения от КРК. Начинаем! Итак, вся обновленная серия Rocket состоит из четырех моделей: RP5, RP7, RP8 и RP10-3. Сегодня перед нами парочка представителей нового поколения. Это самая младшая модель RP5 и следующая в линейке RP7. Для начала, что у них общего? Все без исключения элементы внутренней системы были модернизированы, заметно изменилось внешнее оформление, фазоинверторные порты стали совершенно новыми. Все мониторы серии раскачиваются теперь более мощными усилителями класса D, имеют расширенный диапазон частот. Во избежание повреждений динамиков в результате перегруза, все они теперь оснащены встроенными лимитерами, которые срабатывают на максимальном уровне. Что еще? Подключение мониторов теперь производится посредством комбинированного XLR-TRS входа. И, пожалуй, самая понтовая фишка – это DSP-эквалайзер с дисплеем, который имеет 25 пресетов для возможности скорректировать звук под свое помещение. Управляется он кнопкой на задней панели. А также в планах у производителя выпустить специальное приложение для Android и iOS устройств, с помощью которого можно будет дистанционно управлять эквалайзером и вдобавок пользоваться анализатором. Будем ждать. Для самых терпеливых мы предоставим возможность послушать все 25 пресетов в финале нашего обзора. А сейчас быстро пробежимся по цифрам, услышим чистый звук мониторов и традиционно сравним с нашими студийными Yamaha-ми пятерками. Итак, RP5. Ближнее поле, 5-дюймовый низкочастотный динамик и 1-дюймовый твиттер. RP7. Ближнее поле, 6,5 дюймов внизу, 1 дюйм сверху. Частоты 43-40 тысяч, 42-40 тысяч. Звуковое давление 104 дБ, 110 дБ. Мощность 110 Вт в паре, 145 Вт в двух колонках. Вес 5 кг и, соответственно, 8 кг.
А теперь услышим, как работают пресеты эквалайзера. Ну что, коллеги, подытожимся. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что громкость в этих мониторах наконец-таки можно полностью убирать прямо на самих мониторах.
Если помним, в предыдущих сериях звук полностью не убирался, и в некоторых случаях это было совсем неудобно. Следующий момент. Благодаря эквалайзеру эти мониторы можно назвать универсальными в плане помещения. Нет, оно естественно должно быть подготовленным. Речь о том, что теперь есть возможность более утонченно настроить звук под те или иные размеры и особенности вашей комнаты. И, наконец, учитывая, что 5 дюймов – это очень близко к мультимедии, замечу, что эти мониторы могут очень хорошо подойти и для бытового использования. Так или иначе, даже самая топовая мультимедиа вряд ли будет иметь шансы выиграть по звуку, пусть у даже начальных студийных мониторов. И тем более у таких навороченных. На этом все, друзья. Пишите нам, что вы услышали, что понравилось и что не очень. А также делитесь опытом использования этих или подобных студийных мониторов. Я с вами прощаюсь. До новой встречи на нашем канале. Что там по тексту или ничего? Ну, все без исключения элементы внутренней системы были модернизированы, заметно изменилось внешнее оформление, фазоинверторные порты стали совершенно новыми. Вот, собственно, и все. Ну и чё? Подключение мониторов теперь производится посредством комбинированного XLR-TRS-входа. И, пожалуй, самая понтовая фишка – это то...